главной достопримечательности его родного города Трагира. Оригинал этого греческого барельефа, созданного в III веке до нашей эры, выставлен в здании монастыря сестер Бенедиктинок. На барельефе Кайрос – бог счастливого момента. По преданию, крылатый Кайрос почти неуловим, и лишь немногим дано ухватить его за чуб. Гене, похоже, повезло. Иначе откуда же такие вот штучки? Салют! С вами Марина Топтыгина, коллекционер чужих, но не всегда чуждых нам, предпочтений, привычек и причуд. Хорватам грех жаловаться на плохие урожаи. Под ярким солнцем быстро зреет виноград, наливаются колосья. Но, несмотря на милости природы, люди здесь не привыкли сидеть сложа руки. Вот этому кузнецу, как оказалось, уже изрядно за 70, а он продолжает бить своим тяжелым молотом по наковальне. Должен же хоть кто-то приводить в порядок необходимые каждому крестьянину инструменты. Ведь кузнецов-то в хорватских селах осталось всего ничего. Эта профессия мне перешла от отца. Когда я родился в 1932 году, у нас не было никаких ремесленных школ. С образованием дело обстояло плохо. Уже в 60-х годах многие молодые хорваты стали уезжать на заработки в Германию. А я остался. В селе пасли овец и коз. И моя профессия пользовалась спросом, была востребована. Вот и сейчас продолжаю работать. Работа в горячем цеху в жаркий день явно не очень-то привлекает внуков кузнеца. Вряд ли они пойдут по стопам деда. Не избалован вниманием наследников и этот пожилой хорватский гончар. Внуки давно подались искать счастье в город, а он продолжает жить в родном селе по старинке, то есть трудиться в поте лица. Чуть ли не каждый день по несколько часов проводит у гончарного круга, делает глиняную посуду. А по выходным продает ее в городе на рынке. А ведь гончарное ремесло – лишь одно из его многочисленных занятий. Этот дом целиком построен моими руками. Все окна, все. Как строитель, я могу полностью построить дом, начиная с фундамента, провести электричество, воду, сделать столярную работу. И по камню, и с железом могу работать. Инструменты, которые у меня в руках, раньше было очень сложно достать, поэтому я их тоже сделал сам. Оба рубанка, и маленький, и большой, все столы и стулья в доме. Я нигде не учился, до всего дошел своим умом. Традиционные хорватские каменные домики, крытые красной черепицей, с успехом строит своими руками и эта молодая женщина. И хотя ее домики не жилые, а маленькие сувенирные, ей приходится заниматься довольно тяжелым трудом, ведь даже самые малюсенькие из ее моделей весят около килограмма, а большие – более 10. Ничего не поделаешь, настоящие хорватские домики нужно делать из настоящего камня. Этот камень у нас называют сивец. Сивец означает серый. Только этот камень используется как строительный материал для домов. Я беру его у каменотеса. Когда у того остаются остатки камня, он мне их отдает, и я руками, а также с помощью клещей и долота, их колю и обтачиваю. Изготовление таких домиков для Аниты – любимое хобби. Им она занимается в свободное от домашних дел время. Решение посвятить себя заботам о семье она приняла сама. В Хорватии уже давно муж жене не указ. Сейчас нет такого понятия, кто главный. Времена поменялись, темп жизни другой, эмансипация, равноправие и так далее. Ныне все решает компромисс. Все эти детали хорватского быта скрыты от глаз туристов,
которых ежегодно сюда приезжает до 8 миллионов человек. С учетом того, что самих-то хорватов меньше 5 миллионов, именно туристы в курортный сезон делают в этой стране погоду. И в отличие от коренных жителей, они предпочитают не живописную глубинку, а теплое море. Оно в Хорватии и правда особенное. Ни одна другая страна не может похвастаться таким большим количеством голубых флагов на пляжах. Голубой флаг – это знак, присуждаемый комиссией ЮНЕСКО за экологическую чистоту. В Хорватии очень легко переносится жара. Буквально отойдя десяток метров от пляжа, вы попадаете под кроны пиний, где сразу же ощущаете прохладу. Это одна из немногих безвизовых стран, предоставляющих пляжный отдых. Те, кто хочет прямо с пляжа наслаждаться видами средневековой архитектуры, в Хорватии тоже могут отвести душу. Достаточно выбрать теплое местечко у моря, вблизи от таких архитектурных жемчужин, как Дубровник или Трогир. Сюда частенько прибывают на отдых люди знаменитые и весьма взыскательные. Благодаря тому, что фарватер Трогира позволяет сюда самым глубоководным яхтам прийти, сюда приходят такие яхты, как, скажем, вот на прошлой неделе был Абрамович со своей яхтой. Вот. В прошлом году сюда приезжал король датский со своей супругой. Вот. В том числе сюда все звезды Голливуда, Траволта, Мадонна. В общем, все, у кого есть яхты, все сюда приезжают на этот, в этот город. Вот, посмотреть его, погулять. Трогир – старинный город. Набережная, она оснащена электричеством и водой. Между прочим, Трогир расположен на острове, связанном с материком несколькими мостами. И сам город очень похож на корабль, готовящийся к отплытию. Может быть, поэтому яхта у его причалов смотрится столь органично. Такие вот штучки.